сейчас, вот с 10 числа по 14, соответственно, Баш РТС проводит опрессовку. Мы оказываем услуги, то есть подпитываем своими насосами, прессуем по их команде. Эта опрессовка необходима для того, чтобы Баш РТС проверил, все ли качественно отремонтировано за это лето, чтобы уже спокойно идти в осенне-зимний период. С 14 по 19 число, соответственно, отключается полностью по городу горячее водоснабжение для того, чтобы мы поменяли свое оборудование, которое отработало свой срок службы. Работа будет проводиться круглые сутки. К нам уже подъехали подрядчики из Ирпенского участка, с Екатеринбурга. Все, соответственно, подготовительные работы готовы. Ждем только лишь, когда нам откроется разрешение на выполнение данной работы. Поэтому большая просьба всем жителям потерпеть немножко, но, по крайней мере, эта работа нам даст потом уже спокойную, надежную работу в зимний период. В настоящий момент произошло отключение горячего водоснабжения, связано с тем, что изначально по плану отключение горячего водоснабжения по городу было запланировано с 26 по 30 августа, но исходя из того, что 1 сентября было принято решение, и мы нашли поддержку администрации города, что к 1 сентября необходимо горячую воду жителям дать и перенести сроки отключения горячего снабжения на более поздние сроки. Но с учетом того, что отопительный сезон еще, как правило, как я сказал, уже в конце сентября, начале октября месяца, то есть в эти сроки мы успеваем провести подготовку и оборудование Салаватской ТЭЦ, и своего оборудования, и наше прохождение отопительного сезона. Для чего делаются все эти мероприятия? Для того, чтобы в отопительный сезон 2019-2020 года мы вошли спокойно, чтобы у нас не было инцидентов, аварий, и чтобы у каждого жителя зимой было как можно меньше отключений по отоплению. Мы, пользуясь случаем, приносим свои извинения, что за непричинение неудобства жителям города. Ну и надеемся, что отопительный сезон пройдем без каких-то серьезных нарушений.